Всем привет! Меня зовут Настя, и вы на канале Наспинин. И, ребят, сегодня будет видео DIY. Сегодня мы вместе с вами сделаем одноразовую маску для лица за 30 секунд. Ребят, вы представляете? За 30 секунд маска. Я думаю, получится круто. Ребят, в прошлом видео я делала маску из бумажных полотенечек. Да, кстати, если вы хотите посмотреть то видео, то ссылочка будет в описании. И там я сказала, что можно будет сделать такую маску из обычных салфеток или даже из туалетной бумаги, попрошу заметить. А сегодня мы будем делать маски не из туалетной бумаги или же с полотенечек бумажных, а будем делать из антибактериальных салфеток. Ребят, если вы тоже носите маски, то обязательно ставьте лайки. Посмотрим, сколько нас носят масок. Для нашей маски понадобятся антибактериальные салфетки и ножницы. Для нашей маски нам понадобятся две салфеточки. Ой, я как раз две достала. Так, разравниваем их, соединяем вместе. Так, вот так. И растягиваем. И растягиваем немножечко, не сильно. Если у вас лицо пошире, то вы можете чуть-чуть больше растянуть. У меня лицо узкое, поэтому мне достаточно. Теперь наши салфеточки складываем вдвое. Заворачиваем. Берем ножнички. И вырезаем каемку. Вот посмотрите, как у нас получилось. Ну что, открываем и смотрим, что у нас получилось. Так, вот смотрите. А теперь главный момент. Смотрите. Ну что, одеваем. Так, тут мы чуть-чуть тянем для того, чтобы наша маска зацепилась за ушки. Ну что, ребят? Ну что, ребят, наша маска готова. Посмотрите, маска за 30 секунд. Ребят, если честно сказать, мне в ней очень легко дышать. Она антибактериальная и мне очень-очень удобно. Эта маска вообще никуда не давит. Честно, вот она очень-очень удобная. И на меня она очень хорошо села. Да, кстати, если вы сильно боитесь, то вы можете взять, в принципе, 3 салфеточки. Ребят, вот такая вот маска у нас сегодня получилась. Кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Наспинин, если вы еще не подписаны. А мы с вами встретимся в следующем видео. Всем пока-пока!